Традиционное горловое пение является самым архаичным видом вокала. Оно присуще в России сибирским народам Алтайско-Саянского региона. Прежде всего, оно развито в республике Тува. Там мощнейшая школа. Этой традиции учатся во всем мире, приезжают в Туву. Вот. Также она сильно развита в окружающих ее регионах. И изначально она практиковалась до исторических времен в Тибете. Сейчас можно видеть и слышать монахов, практикующих горловое пение. Оно является неотъемлемой частью тантрических практик. Для меня лично этот вид вокала является нечто, для меня является нечто сакральное. То есть посредством этого пения человек раскрывает свой потенциал и таким образом внутренний мир интегрирует с внешними проявлениями. И посредством этого пения ум твой раскрывается, что и делается в практиках медитации. То есть, по сути, к этому стремится каждый практикующий. Сострадание беспристрастное ко всему окружающему. Вот. И человек становится более гармоничным и открытым. Чего, собственно, я думаю, желает каждый живой человек. Вот. Ом мани падме хум.
Солнечная Италия и София из Санкт-Петербурга, дождливого и холодного. Дрон Эд. Да, Дрон энд Эд приветствует вас. Вот, желаю вам хорошей погоды и крепкого здоровья. Мы, собственно говоря, музыканты, новаторы, авангардисты. Совмещаем фольклор, духовные практики и современные звучания. Все это в одной объединяем, компилируем. И на выходе получается такой noise folk, как мы это называем. С великим множеством проектов, как тувинских, будь то Радик Тилюш, Тувинский национальный оркестр, Homey Beat. Наш проект называется Drone and Dead. Еще есть сайт-проект Мхи, Сказы леса. Великое множество. Так что Болгария, ждите нас. Италия, ожидайте. Мы скоро, да.